То есть как игралось перед болельщиками самарскими? Что вы чувствовали? Ну, игралось очень приятно. Нас поддерживали хорошо болельщики. Поле тяжеловатое было, но хорошо, что добились победы. Забили два мяча, считаю, по делу. По игре вообще с Тюмени тяжело, потому что постоянно по ногам тебя били. То есть физически как себя чувствуешь? Ну, физически себя чувствую хорошо. Подустал, правда. Мамина сказал, играли не грубо, играли нормально. Ну, играли в пределах, ну как, валили, что тебе, футбол.